Еще один член жюри, Филиппов, вот, пожалуйста, по вековой дорожке и одевайтесь. Вот еще будет происходить так. Каждая модель выходит со своим модельером. Модельер вас представляет. Вы красиво проходите по подиуму и показываете себя. Причем, кто первый? Под аплодисменты всех пройдет по этой подиумной дорожке и покажет свой наряд. Кто я? Ваня, ты? Итак, это Ваня у нас в четвертом отряде. Итак, свою модель представляет четвертый отряд. Иван, Люся. Значит, у тебя есть модельер? Нету. Ты сам все придумал? Нет. А с кем? С мамой. Понятно, мафия семейная. Хорошо, а как называется твой костюм? Дождик. Дождик? Ты же снег хотел. Нет. Яна, два слова, пожалуйста. Я могу представить свою модель, поскольку наш отряд четвертый представляет лето, а лето в Бельгии очень дождливое, и это человек дождя перед вами. И, значит, в Бельгии необходимо каждому человеку... Ванечка, уже можешь идти, пожалуйста. Нет еще, да? Хорошо. Значит, каждому мужчине, женщине в Бельгии необходимо иметь плащ. Типа вот такой-то, в данном случае из Парижа, плащ с Эйфелевой башни. Зонтик. И, Ванечка, покажи сапоги, пожалуйста. Сапоги резиновые. Сапоги резиновые есть у каждого бельгийца. Ну а теперь смотрим, Ваня, как ты отрепетировал демонстрацию своего костюма. Музыку погромче, аплодисменты посмелее. Пожалуйста. Пожалуйста, туда и обратно. Только красиво, Ваня, иди красиво. Коллекция лета четвертого отряда. Это про цветов наряд? Ага. Ну хорошо, про цветов. А вот почему такая юбка длинная, шикарная? Потому что ей идет. Хорошо, потому что ей идет. Ну что ж, ты готова? Нет. Да почему нет? Сейчас зазвучат аплодисменты, включится музыка. Пожалуйста, дебилье в твоем наряде. Четвертый отряд, коллекция лета. Значит, у каждого отряда еще было задание подготовить кокошники. И вот девочки уже готовы продемонстрировать свой вариант русского народного головного убора кокошника. Но прежде, скажите, пожалуйста, вот, ну, почему именно такой? Не знаю. Ты сама делала? Нет. А кто тебе помогал? Алина, это ты. А где она? Вот почему именно такой вариант? Почему солнца мало? Что? Ну вот желтый цвет, это цвет солнца, да? Если бы вот он здесь был, там солнышко такое с лучами. Ну вот почему ты выбрала именно вот красные тона? Почему именно так? Некрасиво, что ли? Да красиво! Ну просто интересно, почему именно так? Яркие цвета, потому что... Ты любишь работать с яркими цветами. Хорошо. А еще один кокошник тоже тобой сделан? Кто сделал твой? Ассоль. Ассоль, ты где? Ну скажи два слова про свой труд.
бантик по центру и вот эти вот вязочки вместо бусинок. Это новое решение просто вообще в дизайнерской мире. Первое совсем не получилось, потом я все испортила, потом. Так, первое не получилось, потом все испортила, потом все переделала. Итак. Смотрим модели четвертого отряда лета и плюс еще головные уборы кокошники. Поехали. Платье цветов. Коллекция лета, четвертый отряд. Ого! Скажи, пожалуйста, ты сама это придумала? Нет. С кем? Элли! Модельер придумал? Элли! Модельер? Элли? Да! Где она? Вот! Вот тетя. Да, пожалуйста, конечно, рассказывай. Что вы вместе соорудили? Что сей наряд значит? Потому что у нас всегда такой дождь в Беге. Когда наконец-то солнце, я радуюсь, и я как бы маленький праздник. Четвертый отряд, модель Сабина, поехали. Музыка. Сабин, можно сразу спрошу у тебя, скажи, пожалуйста, вот в костюме, который называется «Праздник лета» или «Радуга», удобно ходить? Шарики мешают немного, да? Садиться вроде не очень удобно. Садиться вроде бы не очень удобно. На ней одето летнее голубое платьице, которое подходит под ее голубую шляпку и подчеркивает ее красивые голубые глаза. Которые тоже тени подчеркивают также. Ее прическа состоит из косички, которая называется рыбий хвост, и маленькие косички, которые входят в эту косу. Вот, теперь она пройдет и покажет вам свой костюм. Потом у нас Маргарита, ей 8 лет, ее яркий наряд подходит под яркие дни лета, когда очень солнечно и жарко. Этот наряд можно одеть на Гавайях или на каких-нибудь островах, и когда очень солнечный и жаркий день. И цветочки в ее волосах тоже напоминают лето. Сейчас она вам покажет свой наряд. Третий отряд представляет коллекцию «Весна». Рассказываем о второй модели. Пожалуйста. Вторая модель называется «Восход». На ней кокошник с буквой «К». «К» – это как бы коза, наш кокошник, королева. Вот. Этот наряд больше повседневный. Можно носить на улице, на работе. На юбке написано «Новая модель». Элка на юбке. Ну, просто отлично, браво вам, браво. Смотрим! Thank you.
Итак, второй отряд подготовил коллекцию «Зима». Добрый день. Мы представляем коллекцию «Зима». Мы готовились... Все у нас из нашей настоящей натуральной одежды. Все, что сюда привезли. Я сейчас буду описывать каждую одежду. Дети будут демонстрировать. Вы внимательно слушайте, что подходит под какой сезон и под какую погоду. И, пожалуйста, посмотрите, что будет модно в этом и в будущем году. Представляем. Первый. Посмотрите, какой костюм. Очень интересный. У нее имеется шарфик. Он подходит под все, под платье, под кофту, под меховой костюм. Следующая, значит, деталь — шляпа. Шляпа. Шляпу можно одеть в мокрую снежную погоду. И этот костюм можно одеть на каток. Следующая модель. У нее, значит, курточка. Очень индивидуальные перчаточки. Подходят под кепочку, под кроссовки и джинсы. Вот таким образом можно ходить на всякие встречи, на дискотеки. А когда идет дождь, мы одеваем капюшончик. И вот таким образом она у нас защищается от непогоды. А также мы представляем модели для мужчин. Интеллигентный, красивый парень идет, студент наш. Обратите внимание, сейчас очень креативные, модно красные пиджаки. Шляпа по цвету шарфа. В то же время он может показать свои брюки и показать, что у него находится внутри. Под курточкой брюки, футболка. И обратите внимание, зонт. В непогоду стильно. То есть этот парень всегда будет моден и вечером, и днем. И сейчас у него будет деловая встреча, активная. Можно его носить. Этот стиль называется суперспорт. Смотрим, сюда входит кроссовка. Если холодно, можно одеть капюшон. И подходят сюда эти ботинки, джинсы. И парень не всегда будет стильно смотреться, универсально. Добрые, значит, у нас очень хорошо выглядит еще один конкурсант. Мы готовили кокошники. В каждом отряде по два кокошника, а у нас один, но он стоит всех пяти. Обратите внимание, это ручная работа. Сделана за 30 минут. Армен Гульзакен, выходи, пожалуйста. Посмотрите, она сделала сама новогодние кокошники. Нравится? Мы вас ожидаем в лагере. Браво! Обратите внимание, мы из Казахстана, но классно сделали русский кокошник. Аплодисменты и оценки Армангуль. Армангуль. Три пятерки! Отлично! Самые высокие оценки, конечно, конечно. Последние дни осени, когда последние лучи солнца еще видны, и на ней кокошник, который тоже напоминает осень, с листиками и веточками. Вот, пройди, пожалуйста, мы уже вместе. Там воспитывали держать осанку и заставляли книгу такую тяжелую на голову класть, просто книгу. И вот там выходили так, чтобы книга не упала. Вот, вот ты же этот кокошник сейчас точно так же держишь или он как-то закрепляется? Нет, так. Так же, да? Значит, этот кокошник еще и может осанку выпрямить.
вот такое вот действие внесет. Итак, оценки первому отряду. 5, 5, 5. Три пятерки. Второй конкурс будет конкурс по этике. Я буду задавать вам вопросы. Кто знает ответ на вопрос, поднимает руку. Четвертый вопрос. Когда кто-то чихает, что ему говорят? Правильно, Сабина, молодец. Что говорят при встрече? Давай. Привет. Молодец. Что еще можно сказать? Здравствуйте. Здравствуйте. Оба правильных ответа. Я предлагаю первый. Спасибо за то, что пришли. Итак, Ваня за этот конкурс получает 2 балла дополнительно. Лена из 4-го отряда 1 балл дополнительно. Сабина 1, 2, 3, 4 балла дополнительно получает за этот конкурс. И из 3-го отряда Алия получает 4 дополнительных балла. Лиза из модель 1-го отряда получает 2 дополнительных балла. Итак, музыка готова. Поехали! Ваня, твой выход! Такая корпоративная работа. Вместе на вас модельер. А модельер, кто модельер? Покажется?
своих работ, вот, ну, кокошник. Она не только создала его, но и презентовала танец. Она так быстро училась танец, презентация молодец. Создавали мы вместе, а все делала она. То есть я рисунок придумала, а армангуль сделала она. Да, настоящий русский кокошник. Да, все было рассказано, объяснили, да. Что, как, для чего, почему. Молодцы. Еще и креативно, то, что вот новая модель, еще и в игру включились. И кокошники, красивая Казань, то, что презентовали свой город. Мы такие сильные элементы, молодцы девочки. Модель. Самая креативная модель. И ее модельер, которая сама презентовала и рассказывала, и так интересно рассказала, такая у нее философия, и праздник, и, была, и то, что у нас дрождик в Бельгии. Молодцы девочки. Браво. Браво. Наши аплодисменты. Молодцы. Внимание, улыбайтесь.